А если еще разик попробовать? Нет, думаю, такое лучше не отмачивать. Нет, думаю, такое лучше. Только вот нужно чем-то это все замотать, чтобы безопаснее было. А то только долбанет, дай боже. А он не покажется. Мне так ничего не выйдет. Не, надо... Мне так ничего не выйдет. Фигня, так не получится. Заводи мотор тарахтелки, я теперь знаю, куда ехать. Помнишь, рудник проезжали там? Было. Ну, вот ты нам туда. Ну что ж, двигаем тогда, понеслась родная. Вперед, папуасы. Ху-ху. Хрюндель, 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 стой, стой, Хрюндель, я знаю, куда теперь нам ехать. Ну так давай тогда залазь уже скорей. Помнишь, Хрюндель, мы с тобой мимо рудника проезжали? Так вот я почти уверен, что нам туда. Что-то меня твое почти уверенно как-то не греет. Не греет, Хрюндель, это я не с потолка взяла, это в дневнике у профессора было написано. Вон, тогда другая совсем опера, поехали. Слышь, ты уверен, что мы куда надо приехали? А то там вон, гляди, какой-то хмыль с пулеметом. Чё-то не пылаю я к нему страстью совсем. Куда нам, куда надо? Не дрейфь, матрос, папуас. Как-нибудь прорвемся. Слышь, Марсянин, сейчас его отвлеку камешком, гляди-ка. Ну давай, давай там. Так, ну похоже, Хрюндель, мы на месте. Но тут у нас, кажется, проблемка. Черт, нужно как-то этого охранника обезвредить. Может, ты подходишься к нему и как дашь ему по голове, а? Масяня, а что, похож на самоубийцу, да? Мне его автомат вообще-то как-то не особо так нравится. Ну давай придумай, дай что-нибудь, ты головастый. Ну, фиг его знает, надо как-нибудь его отвлечь. Вот, например, если он машину эту увидит, то может он за ней кинется? Да шут его знает, надо попробовать. Надо что-нибудь такого напхать в мешок, набить его чем-нибудь. Правый может. Надо что-нибудь такого напхать, надо что-нибудь так...
на что-нибудь такого. А если еще разик попробовать? Я стой, стой, куда ты попёрлась, соберите там охранник! Вообще, блин, без головы. Блин, ну ты хрюндель балдан! Дверь в машине захлопнулась, дай ключи сюда! А, сейчас, где же они? Ёшкин кот, опаньки! Масянь, ёк ломаный, я, похоже, ключи потерял. Что? Ну ты хрюндель, ты, нет слов у меня. Да ладно, они должны быть где-то здесь, не убежали же. Ну тебя и веревка перевязать, почти готова будет. Вон ты куда ключи-то уронил. Ну ты растяпать, тюхля-пухля. Надо бы ему какой-нибудь такой аксессуарчик, какой-нибудь наборку, чтобы на человека-то был похож. Нифига толку! Масянь, ну давай ты быстрее! Чё ты тормоз такой? Да ща, погоди! Не гони! Я ему сейчас так морду лица тут обозначу, чтобы...